Ну, я хотел бы начать, конечно, с благодарностей. Я до сих пор у меня не было повода, случая быть в Казани. Вот в этот раз я получил приглашение от ректора и хотел бы поблагодарить академика Гафурова Ильшата Рафкатовича за приглашение выступить с публичной лекцией. Также хочу поблагодарить Щелкунова Михаила Дмитриевича и Алаева Юрия Прокопьевича, которые, в общем, способствовали всяким таким, решали всякие организационные моменты моего приезда, что тоже очень, очень важно. Ну, теперь, собственно, то, о чем я хотел бы сегодня рассказать. Да, начну с того, что само приглашение для меня было немножко неожиданным по той простой причине, что проблематика национально-психологических особенностей, национальных характеров в Москве, она встречает очень такое нередко скептическое отношение. Вот. И мои московские коллеги достаточно критично относились к моим исследованиям, хотя я продолжал этим заниматься. И поэтому, конечно, приглашение из Казанского университета, в общем, оно в определенной степени поднимает самооценку, я так могу сказать. Вот. Говорит о том, что все-таки эти исследования, они действительно нужны и обладают какой-то практической полезностью. Прошу прощения. Так, да, название моей лекции «Национально-психологические особенности в процессах модернизации», или можно было бы сказать по-другому, «Влияние национально-психологических особенностей на процессы модернизации». Ну, во-первых, с чем связана актуальность такого рода исследований? Почему мы должны обращаться сегодня к исследованиям национально-психологических особенностей народов? Я думаю, что прежде здесь можно говорить о практической стороне дела и о стороне дела теоретической. Вот если говорить о практической стороне вопроса, то, конечно, такого рода исследования представляются сегодня очень важными и актуальными по причине неравномерности развития различных народов и стран. То есть, с одной стороны, мы видим феноменальные экономические успехи современного Китая. До него и наряду с ним так называемых новых индустриальных стран Азии. То есть это Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Индонезия. А с другой стороны, множество стран, которые с большим трудом входят в капитализм и с большим трудом осуществляют у себя модернизацию, и иногда просто это не получается. И в числе стран, которые с трудом входят в капиталистическую модернизацию, сегодня является и Россия, несмотря на то, что Россию, ну, так сказать, мы объявляем ее энергетической сверхдержавой. Есть даже достаточно радикальные заявления, и некоторые исследователи говорят о том, что, собственно, только Запад, да, Западная Европа и Северная Америка, Запад и Восточная и Юго-Восточная Азия сумели осуществить у себя модернизацию. То есть, если говорить о других странах и регионах, Латинская Америка, Африка, большая часть Азии, то фактически модернизация там не осуществилась. И причины этого видят как раз кто в культуре, кто в национально-психологических особенностях по-разному. Ну вот для того, чтобы как-то сразу погрузиться в эту тему, я хотел бы привести две цитаты. Две цитаты из уважаемых мной исследователей, которые касаются, одна из них касается современного Китая, другая из них касается России. Вот на этом слайде то, что касается Китая. Суджи, природные качества китайцев, включающие в себя удивительное трудолюбие, умение выживать в трудных условиях, способность быстро приспосабливаться к незнакомому национальному окружению, этническая сплоченность, бытовая неприхотливость – делают китайский этнос жизнеспособным, простите,
жизнеспособным, готовым к любым жертвам во имя целей, сулящих выгоды в будущем. И вот как говорит Владилен Буров, философ-китаевед, подобные качества китайского этноса, они, безусловно, способствуют успешному осуществлению модернизации китайского общества. И вторая цитата касается России. Это профессор Валентина Федотова, социальный философ, которая говорит о том, что русским присуща чрезвычайно активная рефлексия, бросающая их от самовозвеличения к самоуничижению и обратно. Это творческая черта, которая, однако, противостоит рационализации. Культура народа оказалась фундаментально значимой в процессах модернизации 21 века, взявших за основу своего развития в 90-е годы догоняющий Запад модель модернизации и переход к капитализму. Собственно говоря, две такие цитаты. Если же говорить не о практической стороне, а о теоретической, то здесь тоже есть очень весомые основания для того, чтобы заниматься национально-психологическими особенностями. Речь идет о смене очень существенных изменений в самой теории модернизации. То есть я имею в виду переход от догоняющей модели модернизации к так называемой национальной модели модернизации. И если в догоняющей модели страны должны были догонять Запад, становиться такими, как Запад, то национальная модель модернизации, она предполагает совершенно иные вещи, она предполагает развитие на основе собственной идентичности, то есть на основе собственной культуры и собственных традиций. Вот если брать сегодняшний Китай, то, конечно, развитие Китая, а также и ряда других стран, в том числе и Индии, это развитие на основе собственной идентичности. И, конечно, национальная психология здесь, безусловно, является одним из важнейших, если не ключевым компонентом вот в такого рода развития. Далее я бы хотел сказать о методологии исследований. Методология достаточно непривычная для традиционного академического знания. Немножко я об этом расскажу. Ну, во-первых, что тут нужно сказать, то, что на сегодняшний момент сложился целый ряд школ и направлений, занимающихся исследованием национального характера и национального менталитета. Это достаточно известные школы американской культурной антропологии, это такие исследователи, как Франц Боас, Маргарет Мид, Рут Бенедикт, а также такое направление, как этносоциология, и известный тоже автор голландский Гирт Хофштеде. И в рамках этих подходов используются такие методы, как психоаналитическая интерпретация, используется юнгианский анализ при исследовании архетипов, базовых национальных архетипов. Мне кажется, что каждая из этих школ и каждый из этих подходов, они предлагают по-своему интересные гипотезы и концепции, которые, конечно же, обогащают наше знание о национальных характерах и оказываются подчас довольно полезны. Но вот в частности я сам с большим интересом читал исследования социологов из Института социологии РАН, которые они выполнили на основе методики Гирта Хофштеда, так называемое построение ментальных карт, где используются различные такие показатели, как индивидуализм, коллективизм, маскулинность, феминность, дистанция власти и так далее. И были сделаны достаточно интересные выводы. Но если говорить о том подходе, которого придерживаюсь я, этот подход, он не теоретически, не концептуальный в узком смысле слова, это подход естественно-научный. То есть он естественно-научно ориентированный. Что это значит? Это значит, что я и мои коллеги в других сферах, в экономике, например, мы опираемся не на психоаналитические интерпретации, мы опираемся не на юнгианский анализ с его архетипами, а мы опираемся на известные характерологические или личностные типы, которые есть результат эмпирических и клинических в широком смысле исследований. И вот современная естественно-научная характерология, типология характеров, она сформировалась в рамках классической российско-германской научной школы. Это такие имена, как Эрнст Кречмер, Петр Борисович Ганнушкин, Андрей Евгеньевич Личко, Карл Янгард и сегодняшний исследователь, я могу считать его своим учителем в определенном смысле, Марк Евгеньевич Бурно.
И таким образом исследователь-характеролог, занимающийся национальными характерами, имеет в своем распоряжении, так бы я сказал, гирлянду человеческих характеров или личностных типов, выведенных не отвлеченно умозрительно, да, не теоретическим путем, а на основании исследований сотен и тысяч людей, больных и здоровых. И вот я хотел бы показать эту гирлянду человеческих характеров. Это целый ряд типов: сангвинический или синтонный характер, напряженно-авторитарный, тревожно-сомневающий. Здесь даны названия современные и одновременно в скобочках даны названия классические, которые были, например, у Кречмера и у Ганнушкина. Застенчиво-раздражительный характер, педантичный, замкнуто-углубленный, демонстративный, неустойчивый характер и ряд смешанных или мозаичных характеров. Вот. Такова вот как бы основная характерологическая база, на которую мы опираемся. Еще один момент важный методологический заключается в том, что в современной естественно-научной характерологии говорят не только о характерологических типах, но и о различных природных типах мироощущения. То есть речь идет о том, что люди разных характеров по своей природе тяготеют к одному из двух существующих типов мироощущения. Это ощущение реалистическое или материалистическое и мироощущение идеалистическое. То есть о чем идет речь? Что человек-материалист по своему мироощущению чувствует свое тело первичным по отношению к своему духу. Идеалист по своему характеру, наоборот, чувствует свой дух первичным по отношению к своему телу. И вот здесь это можно показать, я думаю, это обязательно нужно продемонстрировать. Вот как выглядит, например, картина художника с реалистическим мироощущением, я имею в виду картину Тропинина «Кружевница». То есть мы видим совершенно реалистически изображенную девушку, которая занимается своим делом. А с другой стороны, идеалистическое мироощущение – это портрет, известный портрет Жанны Эбютерн, Амедео Модильяне. И здесь мы видим совершенно другое. Да? Мы видим здесь символическое изображение. Поскольку дух, да, если мы чувствуем дух первичным, то его можно выразить только либо символом, либо через какую-то концепцию. Вот. Поэтому, вот, собственно, это демонстрирует. Так, ну и, наконец, как это все может работать по отношению к исследованиям национально-психологических особенностей. Дело в том, здесь заключается, что вот эти определенные характерологические или личностные типы, они могут выступать в качестве доминант, в национальных характерах разных народов и придавать этим характерам определенную национально-психологическую окраску. Ну, в определенном смысле здесь можно провести параллели с тем, как ищется базовая или модальная, как ее называют, личность в американской культуро-антропологии. И вот примеры таких национально-психологических доминант, их можно обнаружить уже, собственно говоря, в древнем мире. Но вот, опять же, если обратиться к слайду, да, можно взять для примера три древние и всем известные цивилизации. Это Древняя Греция, это Древний Египет и это Древний Рим. И вот если мы возьмем Древнюю Грецию, то ей в большей степени, ну, Афина, конечно, прежде всего, ей в большей степени соответствует синтонный или, естественно, жизнелюбивый характер. И проявляется это в чем? Это древнегреческая религия, то есть вот такие земные греческие боги. Это активная торговля греков, это спортивные состязания, это традиции полисного общения. И это ключевое для греческой культуры понятие дружба. Вот синтонный человек – это человек, который живет, так сказать, полнокровной жизнью, да, и готов также полнокровно, естественно, общаться с другими людьми. Такими были древние греки. Наконец, Древний Египет. Древнему Египту соответствует уже другой характерологический тип. Это тип замкнуто-углубленный или аутистический, как его называют, с присущим ему чувством первичности духа по отношению к материи и телу. Ну, о чем здесь можно вспомнить? Это древнеегипетская иерархия
иероглифика, это религиозная символика, это архитектура Древнего Египта, и это представление о загробной жизни и так далее. То есть, если мы возьмем Древний Египет, сравним с Синтонной Грецией, то мы увидим здесь доминирование такого вот мистически потаенного начала. Ну и, наконец, характер Древнего Рима – это авторитарно напряженный или эпилептотемический характер с культом войны, однозначно прямолинейной латынью, как можно было бы это назвать, выстроенной системой государственного управления, развитой системой права, натуралистическим искусством и так далее. Вот это три таких классических примера, которые встречаются уже в достаточно ранней литературе по характерологии примерно 30-х годов прошлого века. Если говорить о сегодняшнем распространении характерологических, различных характерологических типов в мире, то что здесь? Здесь можно было бы очень широко, конечно, рассуждая, говорить о выраженности замкнуто-углубленного или аутистического типа характера на Западе, то есть это Северо-Западная Европа и Соединенные Штаты Америки, а также в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом на Западе это аутистичность мыслительного типа или рационального типа, тогда как Дальний Восток – это аутистичность чувственно-интуитивная или чувственно-образная. Но здесь можно вспомнить японский и китайский дзен. Вот, да, тоже я на этом слайде это отобразил. И здесь, мне кажется, конечно, необходимым сказать все-таки, что такое аутистичность, как она трактуется в характерологии. Вот аутистичность – это классическое понятие, просто оно пришло из определенной области знаний и используется сейчас и в гуманитарных науках. Аутистичность – это самособойность мышления и чувствования, независимость духовных, душевных движений человека от реальных фактов жизни. Обычно аутистическое мышление выражает себя в символах, концепциях и является природной характерологической основой научных открытий в математике, теоретической физике, философии. На нем основано абстрактное искусство, ну, например, кандинский Матисс. И многие идеалистические учения, направления берут свое начало в аутистическом строе души их создателя, например, психоанализ Зигмунда Фрейда, экзистенциальная философия, психотерапия и другие. И вот, что бы я хотел еще продемонстрировать, это то, что аутистическому строю души, аутистическому характеру присуще особое чувство красоты, гармонии, так как это не присуще ни одному другому характеру. Почему? Потому что первичной базовой основой этого характера является чувство первичности духовного по отношению к материальному. И вот я хотел бы показать, как можно увидеть, почувствовать эту аутистическую гармонию в произведениях вот ряда художников. Ну вот это Кандинский, композиция 8. На первый взгляд все достаточно хаотично, но если присмотреться, то мы увидим в этом особую бестелесную аутистическую гармонию. Вот. И другая иллюстрация – это тоже аутистическая гармония, это Матисс «Золотые рыбки». Если мы присмотримся, это красота, немножко отделенная от своего материального носителя или субстрата. Это символическое изображение. Итак, Запад и Восток – мы предполагаем, что там выражен вот этот аутистический тип с особой присущей ему гармонией, с особым присущим ему мироощущением, хотя и по-разному. На Западе мыслительное, на Востоке чувственно-образная или чувственно-интуитивная аутистичность. Теперь, если говорить о России, то вот представляется, что в России все-таки, ну, если исходить из российской истории, российской культуры, в России, вероятно, более выражено все-таки не идеалистическое, а материалистическое мироощущение, если мы возьмем российскую реалистическую прозу, живопись, клиническую, нежели психоаналитическую психотерапию. И еще одна особенность России, тоже очень важное понятие, без которого, я думаю, вообще трудно понять русский характер, это понятие дефензивности. Вот что такое дефензивность?
Здесь я тоже зачитаю, что такое дефензивность. Дефензивность – это такой особый природный способ реагирования, противоположный своей сутью агрессивности. То есть дефензивный человек, я, может быть, не буду зачитывать полностью, это человек не авторитарный, не агрессивный, не склонный командовать, а наоборот защищающийся, поджимающий хвост в той обстановке, где агрессивно оскаливается. И что свойственно дефензивности? Ей свойственна непрактичность, нерасторопность, душевная инертность, рассеянность, некоторая неуверенность в себе, стеснительность, слабовольность, некоторая несообразительность, незащищенность и целый ряд таких особенностей. И самый главный душевный конфликт, который существует у дефензивного человека, это врожденная борьба чувства неполноценности с ранимым самолюбием. Вот если почитать работы о русском характере, даже современных авторов, то многие из них подчеркивают, что русские чрезмерно критично относятся к себе. Да, то есть вот как, и с другой стороны, если попробовать обидеть русского, то в общем, может получиться очень такая сильная гневная реакция. То есть это как раз вот и есть переживание неполноценности вместе с ранимым самолюбием. Вот дефензивность – очень важная черта русского характера. Вот мне представляется, что эти душевные национальные особенности в значительной мере предопределяют характер процессов модернизации в указанных регионах. Так. Если идти дальше и говорить о модернизации на Западе и в незападных странах, и как национально-психологические особенности сказались там. Итак, Запад – это первый регион мира, осуществивший у себя модернизацию, то есть переход от традиционного общества к современному. И основой модернизации Запада, как это известно, является особый тип человека – это автономный или самозаконодательствующий индивид. С исторической точки зрения, появление такого человека, автономной личности, оно произошло под влиянием трех великих духовных революций – это Возрождение, Реформация и Просвещение. Но в то же время, с точки зрения естественно-научной, мне думается, что модернизация Запада была бы невозможна без определенных характерологических предпосылок, зачатки которых можно увидеть уже в раннем Средневековье. Но говоря о модернизации Запада в эпоху нового времени, я остановлюсь только на ключевом явлении современности – это капитализм, поскольку именно капитализм считается ядром новой европейской цивилизации. И с развитием капитализма в значительной мере связаны изменения в других сферах западного общества – в политике, социальной сфере, культуре. И вот когда мы говорим о капитализме, конечно, первая серьезная работа, которая обращает на себя внимание, это протестантская этика и дух капитализма немецкого социолога Макса Вебера. Ну, концепция Вебера известна, он выводит дух капитализма из особенного характера, из религиозной этики протестантизма. Я хотел бы обратить внимание на сам капиталистический дух, как описывает его Вебер. Ну вот в своей книге Вебер основывается на двух основных исторических документах. Первый документ – это своего рода этический кодекс буржуа Бенджамина Франклина. И второй документ – это подобный ему по духу кодекс английского пресвитерианина 17 века Ричарда Бакстера. И вот что характеризует оба документа, что их объединяет, что общего между ними? Это особого рода деловитость или практичность. Ну вот это Бенджамин Франклин. Ну вот этический кодекс буржуа Бенджамина Франклина, да, вот какие фрагменты, некоторые фрагменты я хотел бы привести. Ну вот первое положение – помни, что время – деньги, да, то есть не тратьте свое время понапрасну, а трать его так, чтобы, значит, время приносило тебе доход. Второе положение – помни, что кредит – деньги, то есть имеется в виду, что если ты кому-то дал взаймы, то не забудь вовремя у этого человека и забрать, иначе потеряешь проценты. Третий момент. Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Ну, это понятно. Следующий момент. Помни пословицу. Тому, кто точно платит, открыт кошелек других. То есть Бенджамин Франклин призывает нас к аккуратности, да, к аккуратности в исполнении наших финансовых обязательств.
И еще одно положение. Следует учитывать, что самые незначительные действия оказывают влияние на кредит. И вот он пишет, что если твой сосед слышит, что ты работаешь в 5 часов утра, и в 8 часов вечера он слышит то же самое, да, стук твоего молотка, то сосед твой будет спокоен и всегда может стать твоим кредитором. Вот. Если же ты ведешь себя по-другому, если ты гуляешь, развлекаешься, то, в общем, ничего хорошего в плане, значит, поддержки финансовой и другой от своего соседа ждать тебе не приходится. Здесь важно отметить, что такую деталь, что свой труд «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер написал после возвращения из Америки, как считается, под сильным впечатлением от того, что он там увидел. А именно приводится один эпизод, когда Вебер находился в церкви и увидел, как молодой человек принимал крещение, желая заняться бизнесом. То есть основной целью было не просто принятие веры, а основной целью было обогащение и личное преуспеяние. И вот считается, что в том числе этот эпизод сильно повлиял на концепцию Вебера. И есть также точка зрения, что в своей работе Вебер описывает не столько капиталистический дух сам по себе, сколько черты именно американского национального характера. То есть описанное в «Протестантской этике» дух капитализма в наибольшей степени соответствует именно американскому национальному характеру. И если это действительно так, то здесь возникает вопрос – а в чем же причина подобного возвышения Америки на поприще развития у себя капиталистического духа? И вот если следовать культурцентристской логике Вебера, то, конечно, это большое распространение протестантских сект, большое количество протестантских сект. Однако здесь есть объяснение другое, не менее интересное, и принадлежит оно другому великому ученому того времени, англичанину Герберту Спенсеру. И вот у Спенсера, так же, как и у Вебера, Спенсер посетил Америку примерно в то же время, что и Вебер, у него необыкновенное впечатление от того, что он там увидел. И Спенсер говорит о колоссальном развитии материальной культуры в Соединенных Штатах. И такой успех Соединенных Штатов по Спенсеру объясняется не только ролью американской демократии, да, но сами американцы хотели бы услышать от него то, что главное – это свобода. Да, но Спенсер говорит, нет, на самом деле, я думаю, что не только ваша свобода сделала вас такими, но и кое-какие другие факторы. Вот, и что же это за факторы? И по мнению Спенсера, такой успех Соединенных Штатов объясняется в том числе и естественными причинами. Вот он называет, какие он называет. Это минеральные богатства и обширные пространства девственной почвы, культурное наследие, которое получила Америка от Европы, но и в значительной степени здесь сыграли роль особенности характера американцев. И вот как он характеризует американцев. В лицах американцев я замечаю всегда непреклонную решимость. Нечто вроде «сделай или умри». И эта черта характера в соединении с рабочей силой, превосходящей силу других народов, создает, понятно, прогресс, беспримерный по быстроте развития. К тому присоединилась также и их изобретательность, поддерживаемая необходимостью экономии труда и так разумно поощряемая. При этом особенность позиции Спенсера, как я уже сказал, по сравнению с Вебером, состоит в том, что он стоит на позициях натуралистического подхода и выводит особенности характера из биологии и эволюционной теории. И Спенсер интересно говорит о будущем Америки, о том, что ей только предстоит выработать свою будущую форму социальной жизни. И полагает при этом, что эта форма будет по своему достоинству очень высока. А один громадной важности результат и теперь уже достаточно очевиден. И что же это за результат по Спенсеру? Спенсер говорит о том, что, по сути дела, на американской почве из-за того, что приезжали люди разных, так скажем, разных ветвей арийской расы, как он это называет, произошло, по сути, создание нового антропологического типа. Вот он говорит о том, что это новый тип человека, который будет гораздо более гибким и адаптивным, чем все те, которые были до сих пор. И этот тип человека станет основой и более высокой цивилизации.
И это из интервью Спенсера американскому журналисту в 1882 году. То есть для Спенсера такой успех Соединенных Штатов Америки – это не протестантская религиозность, а, по сути дела, это новый антропологический тип, который сформировался на основе скрещивания разных разновидностей арийской расы. Я думаю, что оба подхода имеют право на существование, и они не столько, может быть, отрицают, сколько дополняют друг другу, поскольку Вебер подчеркивает роль, Вебер подчеркивает роль социокультурных факторов, а Спенсер подчеркивает роль факторов природных, биологических. Может быть, немножко в качестве иллюстрации я скажу про Соединенные Штаты того времени. Я, к сожалению, не слежу за временем. Потому что надо было мне следить, но я изначально этого не сделал. Интересный вопрос. Что же поразило и Вебера, и Спенсера в Соединенных Штатах Америки? Почему вдруг одному нужно было написать целую книгу, а другому нужно было дать совершенно восхищенную оценку Соединенных Штатов Америки в интервью американскому журналисту? Что же там такое происходило в этих Соединенных Штатах на рубеже 19-20 веков? А происходило нечто очень существенное. Когда мы читаем сегодняшнее описание того, чем была Америка той поры, то мы увидим здесь прежде всего формирование такого явления, как общество изобилия. И основой этого общества изобилия, как мы бы сегодня сказали, была инновационная экономика. Что происходит? Постоянно что-то изобретается, постоянно что-то внедряется. То есть все время новые циклы изобретений и внедрений. Тоже постоянно это внедряется в жизнь. И вот наиболее впечатляющий период с точки зрения развития экономики американской – это 1885-1905 года. То есть примерно то время, когда Вебер и Спенсер посетили Соединенные Штаты. И что в этот период входит в жизнь североамериканских штатов? Это телефон, фонограф, изобретенная разновидность пианино, электрическая лампочка, фотоаппарат, печатная машинка, велосипед, двигатель внутреннего сгорания, искусственные волокна, кассовый аппарат, затемненные стекла, уничтожавшие вредители пестициды. Построено в Америке два потрясающих моста – Бруклинский в Нью-Йорке и мост через Миссисипи у Сент-Луиса. Причем даже самые незначительные изобретения, они кардинальным образом меняли жизнь американцев. Например, такая вещь, совершенно всем нам привычная – это бумажный пакет. А в то время это было совершенно что-то вот такое новое, что это вызвало необычайную популярность вот этих вот бумажных пакетов. Кроме того, это целый ряд промышленных инноваций повседневного значения, которые входят в мир американца. Здесь я просто процитирую. Леви Строс одел американцев в синие джинсы с медными заклепками. Жилет определил способ американского бритья. Липтон создал чайные пакеты. Хайнц полил сосиски кетчупом. Нестле дал утренний кофе. Эдисон осветил ночной мир американских городов. Магазины Woolworth охватили всю страну стандартными изделиями. Пульман по-прежнему заботился о спальных вагонах. Страна начала сносить потрескавшийся мир старых домов. А также здесь необычайная популярность карикатур, появление книг, комиксов, понятие желтой прессы и так далее. То есть это появление современного мира, как мы его знаем в 20 веке. Что еще происходит в Соединенных Штатах Америки в этот период? Это организация популярных выставок. И особенно заметной была выставка, организованная в Чикаго в 1893 году. Она собрала 25 миллионов посетителей. И выставка была посвящена 400-летию американской цивилизации. И вот интересно, что в павильоне, как он назывался, павильон свободных искусств, передовые американские эксперты предлагали свои концепции религии, положение в мире женщины, проблемы молодежи и так далее. То есть эксперты, по сути дела, выставляли какие-то свои наработки, свои социальные инновации, как можно было бы сказать. Что еще отмечается, что шокировало море электрического света, особенно в павильоне электричества. Это вот данные из книги историка Анатолия Уткина и культуролога Татьяны Кузнецовой «История американской культуры».
И вот если задаться вопросом, а что, какой фактор предопределяет возникновение такого феномена, как американская экономика, как вот это чрезвычайно просто феноменальное развитие материальной культуры, и это, конечно, в общем, ответ достаточно простой – это работа, труд. Это работа-труд, которая занимает особое место в жизни западного общества примерно с XVIII века и обычно связывается с распространением протестантской религиозности. Я вот процитирую одного из авторов, который пишет, что работа заняла центральное место в жизни общества и индивидуумов. Именно система постоянного и упорного труда создала современное западное общество всеобщего благосостояния или общество изобилия, как называют его в США. Это Ирина Супонова, историк-американист. И вот я хотел бы обратить внимание на то, что вот эти черты американского характера, вот эта способность регулярно, систематически, очень аккуратно изо дня в день трудиться, трудиться, еще раз трудиться, и это все весьма напоминает черты характера людей Восточной и Юго-Восточной Азии при всех цивилизационных и даже антропологических различиях между ними. Вот, и я думаю, что здесь, конечно, если исходить все-таки из естественно-научной характерологии, то здесь такая близость, она обусловлена и важными характерологическими созвучиями, а именно доминированием определенного характерологического типа, как я уже говорил. Это аутистический тип с присущим ему особым чувством порядка гармонии, который сказывается в том числе и в экономической деятельности. Это Соединенные Штаты Америки, это Запад. Если обратиться к Востоку, то какую картину мы увидим там? Прежде всего, сегодняшнее возвышение целого ряда незападных стран в концептуальном плане получило название «нового-нового времени для незападных стран». «Новое-новое время для незападных стран». И это концепт профессора социального философа Валентины Гавриловны Федотовой. То есть что за ним стоит, что имеется в виду? Что сегодняшние общества Восточной и Юго-Восточной Азии, как я уже говорил, они развиваются на основе собственной идентичности, то есть это некий естественный процесс развития при минимальном заимствовании западного опыта, то есть вестернизации. Поэтому вот с этой точки зрения есть основания сравнивать развитие современных обществ в Восточной Азии с тем, что происходило на Западе в период нового времени. И вот я уже ссылался на мнение известного философа-китаеведа Владилена Бурова, который считает комплекс национально-психологических черт, присущих китайцам, одной из ключевых основ современной модернизации Китая. Но, тем не менее, хотел бы обратиться еще к литературе довольно старой, это тоже начало 20 века, литературе, которая исходит из естественно-научной методологии и дает достаточно точные выводы относительно национально-психологических особенностей различных народов или рас. И это прежде всего труд русского психиатра и антрополога, автора важных научных открытий в психиатрии и психологии и, кстати говоря, отца знаменитого авиаконструктора Ивана Алексеевича Сикорского. И работа эта называлась «Всеобщая психология с физиогномикой». Так, это Герберт Спенсер, вот это Иван Алексеевич Сикорский. Да, его работа «Всеобщая психология с физиогномикой». Спасибо. Первое издание этой работы – это 1904 год. И тут же я отмечу, что Сикорскому принадлежит заслуга создания особой естественно-научной дисциплины, которую он назвал антропологическая психология. То есть речь идет о том, что психологические особенности народов выводились им непосредственно из антропологического типа, то есть из расовых особенностей. А время жизни и Спенсера, и Сикорского – это необычайный расцвет расовой теории, как вы знаете. Вот, поэтому многое они берут как раз из положений расовой теории. И вот интересно, какие основные психологические черты желтой расы называет Сикорский, что он к ним относит. Он, значит, говорит следующее. К ним относятся прежде всего внимательность, дисциплинированность,
а также волевые качества, то есть настойчивость и неутомимость, проявляемые как в мирном труде, так и во время военных действий. И Сикорский называет это фанатизмом. Он обращает внимание также на особую развитость у представителей монголоидной расы чувственного начала душевной организации и его перевес над началом рациональным. Рациональное начало Сикорский называет умом. И вот эта особенность доминирования чувственного начала над рациональным, как черта мышления восточных азиатов, она отмечается сегодня и сегодня многими исследователями. Вот, и в этой особенности видится такая еще характерологическая черта, как ювенильность или юношеское состояние. Вот в прошлом году мне довелось побывать на конференции, на форуме в Пекине, и когда я прилетел в аэропорт, я увидел вокруг себя большое количество взрослых мальчиков и девочек. Вот, то есть я, читая Сикорского, я почувствовал, что действительно вот некоторая такая юношескость в китайцах, она действительно присутствует. Да, о чем еще Сикорский говорит? Он говорит о чрезвычайно высоких адаптивных способностях монголоидов и пишет следующее. Сравнительная приспособляемость народов к внешней среде и невосприимчивость к болезням не одинакова. Обстоятельство это является одним из важных условий для будущности рас. По-видимому, наиболее выносливой расой являются китайцы и вообще монголы. Они довольствуются однообразной пищей, неутомимы в труде и мало предрасположены к чахотке и сифилису. И к этому можно было бы добавить и чрезвычайно интересную характеристику Сикорским японцев, которые, по его мнению, в результате смешения трех разных рас, черный, желтый и белый, как он говорит, дали расу более талантливую, нежели расы черных и желтых в отдельности. Но я думаю, что мы вполне можем наблюдать успехи Японии, которая до сих пор остается лидером в регионе Юго-Восточной Азии. Но все же, главное, если выделить самое главное в характере этих народов, то мне думается, что это такая черта, как прагматизм. Прагматизм китайцев и других восточных азиатов. И что делает их в ментальном плане весьма похожими на людей Запада. И здесь я не могу не процитировать тайваньского философа Ту Вэймина, который пишет примерно следующее. Пишет следующее. Восточноазиатские интеллектуалы были прилежными учениками школы Запада на протяжении более чем столетия. Поразительна была их приверженность к существенной, значительной или даже полной вестернизации. С помощью своего восприятия и опыта из первых рук того, каким образом принято было действовать на современном им Западе, они полностью трансформировали экономику, политическое устройство, систему образования и общество своих стран. Такая позитивная самоидентификация с Западом и активное участие в фундаментальной перестройке своего жизненного пространства позволило им добиться поразительного успеха в том, чтобы достичь сходства с западными странами. Вот. Это пишет Ту Вэймин, характеризуя восточных азиатов. То есть вот уже в этом мы можем увидеть определенный прагматизм Восточной Азии, который в чем он сказывается, этот прагматизм? В том, чтобы успеть, вот как выразился один из авторов, тигры, азиатские тигры, они на то и тигры, чтобы уметь схватить удачу за хвост. Вот, то есть действительно они умеют хватать удачу за хвост, максимальным образом использовать благоприятную для них экономическую, политическую, геополитическую, любую другую ситуацию. Вот. И эти и другие особенности национального характера восточноазиатских народов, они отчетливо обнаруживают себя в основных слагаемых модернизации Восточной Азии во второй половине XX века. И я перечислю эти основные слагаемые, чтобы можно было увидеть, почувствовать, как эти особенности выразились в модернизационных процессах. Но первое – это, конечно, наличие твердого правового порядка, который утверждается и поддерживается властью.
То есть и капиталистический Сингапур, и коммунистический Китай, все эти страны культивируют у себя жесткую общественную дисциплину и законность, как основу капиталистического порядка. Второе – это наличие государства развития, политических режимов, нацеленных на осуществление модернизации. Причем существенно, что здесь был достигнут консенсус между элитами и массами. То есть и те, и другие готовы были жертвовать чем-то в настоящем ради того, чтобы достигать успеха в будущем. Четвертая важная черта – это готовность обществ к культурным самоизменениям. И вот прямо по Сикорскому наиболее адаптивным этносом, готовым к модернизации, оказались как раз китайцы. Если же взять другие страны, например, Малайзию, то там пришлось проводить действительно серьезную политику рекультуризации, поскольку малайцы очень плохо вписывались в рыночный порядок. Поэтому власти предоставляли титульному этносу такие привилегированные условия. Что еще? Активная социальная политика, направленная на искоренение бедности и преодоление неравенства. То есть, если происходит рост благосостояния одной части населения, это означает одновременно, что растет благосостояние и более нижних слоев. То есть, в Китае сегодня достаточно высокое социальное расслоение, но это расслоение, оно принципиально иное, нежели то, которое мы имеем в России. Дальше, следующий важный момент – это постепенный характер проводимых преобразований. И вот в отличие от российского метода реформирования по всем азимутам, которое было провозглашено в эпоху перестройки Горбачевым, что делается в Восточной Азии? Это постепенные, пошаговые преобразования, когда реформы начинаются в одной сфере, ну, например, в сельском хозяйстве или легкой промышленности, и далее продвигаются в направлении более сложных сфер народного хозяйства – электроника, машиностроение, система безопасности и так далее. И вот очень интересно, что реформы Дэн Сяопина, например, в Китае – это не одна модернизация, а это четыре модернизации. То есть начать с самого простого, начать с сельского хозяйства и прийти в итоге к ракетостроению. Еще один важный момент – это использование благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Ну, это прежде всего переход Запада из индустриальной в постиндустриальную фазу, начиная с 60-х годов. Ну, это известный момент, что новые индустриальные страны Азии взяли на себя роль производителя и поставщика промышленной продукции, то есть ту роль, от которой Запад в тот период стал отказываться в 60-е годы. Да, и, пожалуй, самое главное, опять же, важнейший фактор, к которому мы возвращаемся, это труд. Да, труд, трудовые усилия людей этого региона. Это готовность работать при удлиненном рабочем дне и рабочей неделе за сравнительно скромное вознаграждение. И основой, как признает большинство исследователей, основа азиатского экономического чуда – это ежедневная кропотливая работа миллионов людей, работающих от зари до зари, начиная с простых сборщиков и заканчивая высшими менеджерами предприятий. Вот. Поэтому, опять же, возвращаясь, вот, так сказать, как-то подытоживая, мне представляется, что все слагаемые азиатского чуда, они связаны и они базируются, конечно, на определенных природных или характерологических особенностях, которые весьма и весьма близки, и менталитет народов этого региона, он оказывается весьма и весьма близким американскому и западноевропейскому менталитету. Ну, следующий момент – это что же мы можем сказать о русском национальном характере и проблемах модернизации. Да, наверное, самое главное, что всех нас так или иначе волнует в России. Вот, каковы особенности русского национального характера и как они соотносятся с задачами модернизации? Ну, первое и самое важное, что здесь нужно сказать, что особенности этого характера принципиальным образом отличаются от вышеописанных черт характеров американцев и восточноазиатских народов. И это видно уже в русских фольклорных источниках. И здесь я просто обращусь, процитирую для того, чтобы... Да, вот хотел, еще не показал этот слайд, вот говоря о
китайском труде, да, о китайской прагматичности, о каких-то других таких чертах китайской. Вообще вот это чувство, особое чувство гармонии, которое присуще китайской культуре. Вот мне кажется, это чувствуется уже в китайской средневековой живописи, которая в характерологии вот, называется реалистоподобная аутистичность. То есть это некая такая бестелесность, но в то же время это близко такому реалистическому, материалистическому взгляду на мир. То есть такая некая условность изображения. То есть это вот типичная китайская живопись, традиционная. Да, если говорить о русском характере, начинаю с Ивана Дурака, как главного героя русских сказок, и цитирую, значит, нашего известного историка Анну Павловскую. «Сила Ивана Дурака, и в этом же выразился своеобразный народный идеал, в простоте, искренности, отсутствии меркантильности и прагматизма. В то же время его старшие братья, умницы и прагматики, как раз и оказываются в дураках». Дальше. «Важной чертой Ивана Дурака является сострадание. Он помогает всем, кто просит о помощи, даже если это, на первый взгляд, вредит ему самому. Следующая черта – жалостливость. Одно из любимых свойств русской натуры. Проявляется она в самых разных областях». Ну и подытоживает Павловская тем, что в образе Ивана Дурака нашли отражение наиболее ценимые в народе качества. Сострадание, готовность помочь ближнему, не ради выгоды от души, незлобивость, верность слову, скромность. Главные же недостатки, обратите внимание, главные недостатки воплощены в людях практических, представляющих противоположность герою, таких, например, как его братья. То есть, если в Америке мы видим прагматизм, да, на первом месте, если в Восточной Азии мы видим прагматизм на первом месте, то здесь прагматизм занимает какое-то совершенно другое место. Немножко я перескочил. Да, и если вот говорить об этих чертах характера, которые я назвал, то эти черты, они полностью укладываются в понятие дефензивности, которое вот я описывал выше. То есть и для человека такого склада, дефензивного склада, согласно профессору-характерологу Марку Бурно, главное – это не богатство, не власть, а искреннее стремление служить людям, ну, служить людям и мировому добру, то есть быть хотя бы немного полезным другим. Почему так происходит? А происходит это по той причине, что вот такого рода нравственное служение – это есть некая природная защита, лечение от мягкой деперсонализационности. Есть в характерологии понятие деперсонализации. То есть это ускользание собственного «я», некая неестественность чувствования. Вот, ну, например, вот человеком такого характера психостенического был Клод Мане. И вот эта знаменитая его работа «Впечатление восход солнца» – это вот как раз туманность, неясность. Это примерно как видит мир человек психостенического склада дефензивного. Вот. И вот из-за этой туманности, постоянной неясности, как я отношусь к другим, как другие люди относятся ко мне, для психостеника это очень трудно понять, он стремится к тому, чтобы быть хоть немножко полезным другим и в этой своей полезности обрести свою собственную характерологическую гармонию, если так можно сказать. И вот как считает профессор Бурно, мягкая психостеничность, не болезненная, я подчеркиваю, а здоровая, потому что деперсонализация может иметь и совершенно здоровый, в рамках здоровья характер. Мягкая психостеничность со стремлением к общественной пользе есть основной национальный мотив русской души, который в наиболее сгущенном виде проявился в характере русской интеллигенции, на что обращал внимание еще Бердяев в своих работах. То есть, еще раз подчеркну, не богатство, не власть, а стремление быть хоть немного полезным другим людям и жалостливость и сострадание к другим. Какие еще черты? Однозначным является отношение к богатству. Жадность воспринимается как большой порог, бедность является достоинством. Нет святости понятия труда, того особого трепетного отношения на грани труд ради самого труда, которое свойственно, например, Германии или современной Америке. Я предполагаю, почему нет такого отношения, потому что нет вот этой аутистической гармонии, чувства соразмерности особого в душе, которое заставляет и красиво соразмерно трудиться, я бы так выразился. В сказках, как и в русском народе, сильна вера в чудо. Нигде чудесное так не давлеет над сюжетом, как в русских сказках. И еще один важный момент, на который надо обратить внимание, это отсутствие логики и здравого смысла
в русских сказках, так же, как и в русском народе в целом. Именно поэтому русские сказки, пишет Павловская, так трудно понять народом с рациональным мышлением, так же, как трудно понять и поступки русского человека. Еще одна важная черта русского характера, она связана с трудовой деятельностью. То есть о чем идет речь? Что русским для того, чтобы полноценно трудиться, нужно, чтобы этот труд был наполнен каким-то высоким смыслом, и чтобы в его основании лежала значимая для русского человека идея. То есть, иными словами, необходимо творческое вдохновение. То есть, вот людям такого плана, я еще должен отметить такую вещь, что, конечно, далеко не все русские дефензивные, психостеники и так далее. Но вот если использовать, опять же, понятие культурцентризма американского, вот есть некая базовая или модальная личность, или основная личностная структура, да, которая накладывает свой отпечаток на историю и культуру народа. И вот дефензивность, дефензивный характер – это и есть как раз вот та самая базовая или модальная для России личность, используя терминологию американского культурцентризма. Вот. И вот для такого человека свойственна и, в общем-то, свойственна и лень. Почему? А что такое лень? Это неспособность энергично действовать. И вот такой человек, он часто ленится. И ленится в том числе от того, что он недостаточно энергичен, недостаточно практичен. Вот. Но в то же время, если такой человек наполняется творческим вдохновением, то он готов отдавать себя полностью своему делу, своей работе. Да, наконец, самое главное, как же оценить русский характер с точки зрения социального развития и модернизации? Во-первых, очевидно, что это характер человека традиционного общества или крестьянский характер в его русском или российском варианте. Среди черт этого характера на первом плане высокое нравственное общественное служение. И воплотилось оно, конечно, в первую очередь в деятельности классической русской интеллигенции XIX века. А напротив, качества, которые способствуют капиталистической модернизации, это индивидуализм, прагматизм, наличие здравого смысла, расцениваются как вторичные или даже оцениваются негативно. И вот в этом смысле мне представляется, что для России все-таки больше, наверное, подходит не капиталистический путь развития, попытка которого была предпринята в Советском Союзе. Во всяком случае, очевидно, что русский характер скорее становится тормозом для модернизации, нежели способствует ей. То есть вот вывод такой достаточно радикальный. Но здесь возникает вопрос, а почему так? Да, почему русский характер тормоз для модернизации? Чего нам не хватает? Да, что такое важное у нас или отсутствует совсем, или может быть не так сильно выражено, как у других народов? Я думаю, что дело здесь в следующем. Дело здесь заключается в том, вот что такое модернизация. Да, модернизация – это системность. Это постепенность, это пошаговость, это продуманность, да, это четкая выверенность в отношении последствий того, что мы делаем. И вот в этом смысле, конечно, модернизация, четыре модернизации Дэн Сяопина в Китае – это некий образец, можно сказать, модернизации. Если мы берем русских, то какую ситуацию мы видим здесь? Мы видим здесь характер, который является нерациональным в своей основе. То есть нехватка у русских здравого смысла в понимании его как расчетливости, способности извлекать выгоду и пользу. И вот что интересно, что в XIX веке вот эту черту отсутствия здравого смысла и здравой логики исследователи отмечали как общенациональную, то есть характерную не только для деревни, там крестьяне, там вроде бы понятно, что откуда там взяться вот такому рациональному мышлению, но характерно и для города. То есть такое же отсутствие здравого смысла в городе, как и в деревне. Примеров тому приводится множество. Но самое интересное, что XIX век прошел, а характер остался. Если мы возьмем сегодняшние примеры, то вот эта нерациональность, отсутствие здравой логики, отсутствие здравого смысла, оно проявляется как в быту, так проявляется и в политике. Я приведу буквально два примера. Например, первый пример – это непродуманные реформы в период перестройки, реформа Горбачева. Знаменитая эта формула «реформирование по всем азимутам».
Да, и вот профессор Федотова в одной из своих статей задается вопросом, ну что же это за реформирование, когда нас призывают к реформированию по всем азимутам? Да, то есть это же это просто невозможно, это ведет страну к тупику и к гибели, поскольку мы одновременно начинаем вскрывать и политические какие-то раны, болячки, и экономические, и все это вместе, и все это приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Второй пример из более, так сказать, близкой к нам истории – это одна конференция, которая проходила в Дагестане, на которой собрались представители российских регионов. И этот пример тоже приводит профессор Федотова в одной из своих статей. И, значит, представители регионов дружно рапортовали о том, что они готовы сделать свои регионы постиндустриальными к 2025 году. Вот, ни больше, ни меньше. Вот, причем совершенно достаточно плохо представляя себе, что такое постиндустриализм, и вряд ли читая Дэниела Белла. И что по этому поводу пишет Федотова, как она это комментирует? Она говорит, что это не что иное, как насмешка над здравым смыслом. Ну и в самом деле, это просто насмешка над здравым смыслом, если учитывать уровень и степень развития наших регионов. Да? Ну, что значит превратить, скажем, Пензенскую область к 2025 году в постиндустриальный регион? Ну это совершенно невозможная вещь. Вот. Москву можно превратить, а Пензу, конечно, нет. Ну и вот, и это, естественно, прямо противоположно китайскому подходу, как я уже сказал, с его неспешностью, системностью и последовательностью. То, что характерно для китайского менталитета. Но в то же время, вот я таким образом охарактеризовал русский характер, но в то же время я хотел бы сказать, что у меня такая позиция, что я все-таки не могу полностью согласиться с теми либеральными авторами, которые оценивают российскую социокультурную традицию как исключительно неподходящую для модернизации, как будто бы у нас в нашей истории, в нашей культуре не было ничего, на что мы могли бы опереться в деле модернизации. И здесь я могу назвать целый ряд исследований, но не буду, чтобы не занимать время. Ну вот, какие бы линии, может быть, мне хотелось бы наметить? Вот линии совместимости русского характера, может быть, русской социокультурной традиции с капиталистической модернизацией. Ну, во-первых, это традиции русского предпринимательства. И вот, как пишет, например, историк Анна Павловская, она пишет о том, что в России, уже в крестьянской России, дореволюционной, конечно, были и свой труд, и свое предпринимательство, которое прямо происходили из традиций крестьянского быта. И вот, как пишет Павловская, идея о том, что предпринимательство по своей природе чуждо русскому человеку, не более чем миф. Любое крестьянское хозяйство в своей основе было предпринимательской деятельностью. Ну и в чем вот эта предпринимательская деятельность конкретно выражалась? Ну, во-первых, это необходимость постоянно координировать работу членов многочисленной крестьянской семьи. Во-вторых, это необходимость принимать рациональные хозяйственные решения и также участвовать в торговле и отхожих промыслах. И поэтому не случайно, что именно крестьянство становится основным поставщиком русских предпринимателей в XIX веке. Ну и в то же время Павловская характеризует русских предпринимателей, русских купцов, говорит о том, что, конечно же, русское предпринимательство имело свою национальную специфику, и если так одним словом эту специфику охарактеризовать, то это выраженная социальная направленность, ну, может быть, в значительной степени связанная с влиянием православия. То есть русские купцы, с одной стороны, были страшными мотами, да, с одной стороны, были страшными скупердяями, многие из них, с другой стороны, были страшными мотами, могли спустить целое состояние в кабаке, но в то же время были и большими меценатами, которые жертвовали огромные средства на развитие культуры. И были гораздо менее политически ангажированными, нежели их американские коллеги. Еще одна линия, которую хотел бы я наметить, это традиции русского коллективизма. Но здесь вообще особая история. Почему особая история? Потому что в работах многих либеральных авторов, историков, политологов, пишущих на эту тему,
Считается, что именно крестьянская община, которая возникла под влиянием суровых природных условий, именно община стала главным тормозом модернизации хозяйства в России. Да, но здесь вот почему русский характер плохо совместим с модернизацией, я уже про это рассказывал. Теперь элементы российской социокультурной традиции, совместимые с модернизацией. Да, и община сдерживала развитие индивидуализма и основанных на нем более эффективных хозяйств. Вот как к этому относиться? Русская общинность, русский коллективизм, русская соборность. Действительно ли все так плохо с этим обстоит, и это совершенно негодный социальный опыт? Но вот здесь мне показалась интересной работа другого автора. Это известного академика, философа, академика Вячеслава Семеновича Степина, который пишет о том, что с разрушением крестьянской общины в начале XX века многие важные ее черты не ушли из русской жизни, а перешли в новую жизнь, советскую жизнь. И общинные традиции, в частности, воплотились в жизни советских трудовых коллективов. Вот. И, как пишет Степин, эти коллективы были не только профессиональными объединениями людей, но и особыми формами общения и повседневной человеческой коммуникации. То есть, можно использовать такой термин, да, это был своего рода жизненный мир русских людей, построенный на общинности. И еще одна черта, которую отмечает Степин, говоря об общинной традиции, то, что эта общинность, этот коллективизм, хотя бы в форме трудовых коллективов, они защищали личность от произвола властей, в какой-то степени, по крайней мере, от произвола властей в условиях тоталитарного режима. И вот Степин считает, что русская община – это совсем не, и русский коллективизм в целом – это совсем не то, что нужно было бы выкинуть за борт, да, модернизационных процессов. Но наоборот, при определенном подходе на это можно было бы опереться. И он говорит, идеалы коллективизма и соборности, свойственные российскому духу и выступающие противоположностью индивидуализму, не должны восприниматься как некое препятствие на пути рыночных реформ. Напротив, на них вполне можно было опереться. И, как считает другой автор, Анна Павловская, такой факт, как повсеместное распространение общин в традиционной, в том числе советской, русской жизни, свидетельствует о том, что свойство образовывать мини-общины имманентно присуще русскому человеку. Сегодня, конечно, очень трудно говорить об общинности, о коллективизме, потому что все социологические опросы показывают, что российское общество атомизировано, но крайне атомизировано, и от русской общинности как будто бы ничего уже совсем и не осталось. Но, тем не менее, я думаю, что вот эти исследования, которые видят в общине некий потенциал, и в русской общине, и в русской артели, кстати говоря, видят очень серьезный потенциал модернизационный, я думаю, что они могут выступать в качестве, по крайней мере, некой регулятивной идеи в кантовском смысле. Наконец, третья линия, про которую я хотел бы сказать, это имперская государственность. Тоже очень неоднозначное понятие, к которому относится очень по-разному. Тут первый факт, который нужно зафиксировать, то, что Россия осуществляла свою модернизацию не в форме национального государства, а в имперских формах. И многие исследователи говорят о том, что специфической чертой Российской империи являлось то, что она, в отличие от ряда европейских колониальных империй, не была вот такой тюрьмой народов, и напротив, отношения русских колонистов с присоединенными народами выстраивались на вполне добрососедских отношениях. Эта точка зрения не единственная, конечно, можно прочитать и совершенно другие вещи о том, что инородцы были категорией второго сорта, то, что инородцев притесняли и так далее, но все-таки российская полиэтничность в основном строилась на добрососедских отношениях.
И что здесь еще важно сказать в связи с империей, то, что имперский народ, как его называют, русский народ, он не просто присоединял к себе новые территории, но и в значительной мере осуществлял по отношению к этим территориям особую цивилизующую миссию. И вот, мне кажется, важное здесь говорит профессор Владимир Шевченко, политический философ. А говорит он следующее. В диалоге культур Запада и Востока, особенно начиная с петровских преобразований, Россия играет роль посредника между ними. Российская культура постоянно знакомится с прогрессивными идеями ушедшего вперед Запада, получая их главным образом через прорубленное окно в Европу. Западные идеи весьма активно обсуждаются в русской культуре, усваиваются каким-то образом, одним словом, адаптируются к российским условиям и транслируются по различным каналам, через книги и газеты, образовательные институты и личные встречи в российскую глубинку, на Кавказ, в Среднюю Азию, в Сибирь и дальше в сопредельные страны. То есть такая вот цивилизаторская миссия. И, по мнению Шевченко, вот такая ключевая национально-психологическая особенность русских, которая отмечалась, ну, в частности, Достоевским, такое качество всечеловечности или русская всемирность, вот такое качество, оно могло сформироваться только вот в условиях вот такого постоянного нахождения в режиме диалога культур. Но в то же время я хотел бы сказать и о том, что сам этот диалог, он вряд ли был бы возможен без усиления этнической неоднородности России, ее полиэтничности и многоконфессиональности. И вот что, как отмечают авторы «Атласа модернизации России и ее регионов» 2016 года, было положено присоединением к России сначала Поволжья и Приуралья в XVI веке, а затем и других регионов. И еще один, наверное, последний вопрос, который мне хотелось бы здесь затронуть в рамках своей лекции, это российская полиэтничность как ресурс развития. Вот если до сих пор я говорил о русском народе как государствообразующем и его этническом менталитете как основном в деле модернизации России, но это и не случайно, русские составляют абсолютное большинство в России, и Россия строилась во многом благодаря колонизационной активности русских на протяжении веков, то сегодня, на мой взгляд, очень важен вопрос о том, какова роль в модернизации России иных не русских народов. И в свою очередь этот вопрос связан с представлениями о судьбах русской государственности, российской государственности, о том, какой характер должна иметь в перспективе современная российская нация. И сразу я здесь скажу, что это вопрос сложный, который пока не получил в российском научном сообществе однозначного ответа. И вот здесь слайд, какие есть точки зрения относительно характера современной российской нации. Да, первая точка зрения – это Россия как единая надэтническая гражданская нация по образцу классических европейских наций. То есть это мнение многих сегодняшних прозападных интеллектуалов. Вторая точка зрения – это российская гражданская нация, но заключающая в себе русский народ как своего рода этнокультурное ядро. И это признается сегодня многими исследователями, в том числе у нас в Москве. И третья точка зрения – Россия как некая меганация, как конгломерат многих народов, которые участвуют в определении судеб государства на равноправных и уважительных началах. То есть это российский вариант мультикультурализма. Она признается меньшим числом исследователей, но, вероятно, это точка зрения, которая больше распространена в национальных республиках Российской Федерации. И вот возникает вопрос, какая из этих точек зрения является наиболее продуктивной с точки зрения развития этнокультурного потенциала России.
Ну, если брать первую точку зрения, то очевидно, что она, значит, может рассматриваться как малоперспективная. Почему? Потому что, ну, слишком большое количество народов и слишком большое количество идентичностей, чтобы мы могли создать абсолютно вот такую европейскую классическую надэтническую нацию. Вторая точка зрения имеет большее количество сторонников, но она имеет и серьезные исторические основания. А какие основания? Это прежде всего фактор колонизации русскими территорий Урала-Поволжья, в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. И мне представляется, что есть весомое основание у утверждения, что единая связующая основа существует при сохранении культурной самобытности разных народов, проживающих в едином российском государстве. И при этом отмечается, что речь идет не о доминировании какого-то одного этноса, а о поиске некого единства в многообразии. Ну, в частности, об этом пишет историк Анна Павловская. Ну и, наконец, третья точка зрения. Она представлена рядом ученых, которые считают, что российская модернизация требует большего этнического и культурного разнообразия. И поэтому предлагают делать больший акцент на роли этнокультурного фактора. При этом речь идет о перспективах развития России как своего рода меганации, как я уже сказал, объединяющей в своих рамках некоторое множество этнических наций, обладающих не только собственной культурой, но и всеми атрибутами государственности. Ну вот что это значит? Это значит, что, например, упразднение института президентства, скажем, в Чувашии, да, и введение поправок в Конституцию республики, отменяющую государственный статус, рассматривается как своего рода наступление на права этнических меньшинств. Ну, с институтом президентства не только Чувашия, но, насколько я знаю, здесь проблема, с которой сталкивается Татарстан. Вот, и такая точка зрения, она ближе по своей сути к конфедеративному устройству российского государства, нежели к федерации. Вот почему третья точка зрения, вот эта точка зрения России как некой меганации, почему она лично мне представляется очень интересной и перспективной? Ну, дело здесь, конечно, в понятии, в проблеме этничности. То есть, с одной стороны, если мы начинаем, ну, так скажем, как-то культивировать этничность, этническое начало, то на первый взгляд мы получаем такую вещь, как усиление этноцентризма, да, усиление этноцентризма и расползание единого российского государства на множество вот таких вот этнических наций, таких фрагментов. Это на первый взгляд. Однако, с другой стороны, если мы посмотрим на Россию, на ее исторический опыт, то мы увидим то, что на самом деле, скорее именно в российских, я подчеркиваю, условиях, этничность может выступать очень важным ресурсом для модернизации. То есть речь идет о чем? Именно процесс социализации в рамках определенной этничности, он придает индивиду, придает человеку те моральные и другие качества, которые могут быть востребованы в дальнейшем на более, так скажем, на более высоком уровне, да, в рамках уже России в целом. То есть наличие множества этносов и культур открывает перед государством целый спектр возможностей и в социальной политике, и в экономике, которой государство было бы лишено в условиях монокультурности. И здесь вот я привожу две тоже цитаты. «Полиэтничность России как ресурс ее модернизации». Одна цитата – это из, значит, работы моей коллеги Ирбины Никитиной, которая пишет о полиэтничности как преимуществе для государства. И вторая цитата – это тоже моя коллега, философ Валентина Веряскина, которая говорит о том, что трактовка человеческого капитала, на наш взгляд, должна быть расширена, и включаться в него должны не только знания, профессионализм, интеллектуальный потенциал, но и моральные качества, особенности менталитета, позитивные особенности людей, обусловленные традициями образа жизни.
Вот. Таким образом, целый ряд исследователей сегодня стоят на позициях, что Россия должна развиваться как мультикультурное общество, но мультикультурное не в смысле той мозаичной мультикультурности, которая характерна для Европы, а в смысле своей мультикультурности как некого конгломерата народов, которые живут на своих территориях, которые находятся в постоянном режиме культурного диалога и так далее. Вот. И в этом смысле видится весьма привлекательной и модель национальной политики, которая предлагается в рамках вот такой мультикультурной перспективы. И вот, как предлагает, например, уже упомянутая мной исследовательница Ирбина Никитина из Чебоксар, она предлагает очень интересную вещь, прямо совершенно в духе, я бы сказал, естественно-научной характерологии. Да, я сейчас заканчиваю. О чем идет речь? Обращаться с каждым народом, с каждым этносом, сообразно с его менталитетом, сообразно с его характерологическими особенностями. Если мы берем, например, башкирский этнос, то это менталитет свободолюбивого независимого народа. То есть, как вести себя с башкирами? Нужно обратиться к ним в форме о поддержке, попросить о поддержке или помощи. Если брать татар, то, как пишет Ирбина, это менталитет народа коммерческого торгового. То есть татаринам нужно поторговаться, доказать ему полезность какого-то дела. Если иметь в виду чувашей, то тоже древний боевой народ, с чувашами нужно, самое главное, это ответственность, и нужно соблюдать, значит, справедливость, быть справедливыми. Вот. И вот такой подход, сообразно национальному характеру и менталитету каждого народа, конечно, он требует и более глубокого и дальнейшего изучения национальных менталитетов народов, населяющих Россию. Вот, время у меня совсем вышло, да? Таким образом, я буквально подытожу, да, подытожу, что я говорил. Основные выводы, к которым я прихожу. Значит, первый вывод – это вывод о том, что национально-психологические особенности играют значительную роль в процессах модернизации. И наиболее выраженно это проявилось в Западной Европе и Северной Америке, а также в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Вывод второй – русский национальный характер при всех своих положительных качествах оказывается в первом приближении весьма мало совместим с задачами модернизации. Однако и внутри российской социокультурной традиции можно найти элементы, которые при опоре на них могли бы способствовать более успешному вхождению в капитализм. Третий вывод, что при обсуждении перспектив модернизации в России весьма важным оказывается вопрос о судьбах российской государственности, о том, какую модель государственного строительства следует предпочесть. И мультикультурная модель, подчеркивающая позитивную роль этничности в деле формирования единой общегражданской нации, представляется более предпочтительной по сравнению с первыми двумя моделями. И главная причина этого в том, что культурное многообразие способно выступить мощным ресурсом модернизации. На этом я завершаю.